Ну у тебя это всегда нормальное явление. Как всегда. Как всегда. Стой, куда поехал? Стой, я же говорю, стой. Олег, подожди. Пару слов для гостей. Стой, все, кусты. Нормально, выкручу руль влево и сюда. Пару слов. Все, разминка, нормально. Как вы находите то, что вы губите природу? А то, что природа нас губит, это нормально, да, типа? Давай потихонечку, не рви, а то ты заглох сейчас. Дай назад и ходим. И согреб эту, чтобы ты не попал. Здесь вот эта колея, сразу туда выйдет. Еще назад. Выровняй руль. И ходом. Ходом на первой передаче. Ходом не пройдет. Чирк ходом прошел. Чирк. У него нет такой понижки. Как вариант, пробуем со второй передачи, а не с первой. Так тебе надо откатиться еще. Я сейчас проверю, давай. А.